Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallava Jaya Giri Varadhare Jaya Giri Varadhare Jaya Gopi Jan Jaya Kunja Vihari Jaya 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 Kunja Jaya Jaya Jamuna Tera Vanakari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tera Vanakari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Giri Varadhare Jaya Giri Varadhare Jaya Gopi Jana Jaya Giri Varadhare Jaya Giri Varadhare Jaya Kunja Vihari Jaya Jasoda Nandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Jasoda Nandana Jaya Vrajana Jaya Jamuna Tera Vanakari Jaya Kunja Vihari
Парамахамса Паривраджа Гачарья Шишма Эси Бхактивиданта Свами Сила Прабхупада Махарад Ки Джай Джайам Вишнупад Парамахамса Паривраджа Гачарья Шишма Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада Ки Джай Ананта Коти Вайшнаванда Ки Джай Намачарья Сила Харидас Тхакур Ки Джай Премсе Кахо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Аддвайта Гададара Шивасади Гаура Бхактивиданта Ки Джай Джай Шри Шри Радха Кришна Гопинатха Радха Кунда Шьям Кунда Гири Говардхана Ки Джай Вриндавана Дхам Ки Джай Матхура Дхам Ки Джай Маяпур Навдвип Дхам Ки Джай Джаганнатх Пури Дхам Ки Джай Джаганнатх Баладева Субхадра Деви Ки Джай Шри Шри Говинитая Ки Джай Шри Радха Гопал Джив Ки Джай Самавета Гаура Бхактавинда Ки Джай Нитай Гаур Премананде Хари Хари Бол All Gurus Assembled Devotees Hare Krishna All Gurus Assembled Devotees Hare Krishna All Gurus Assembled Devotees Hare Krishna All Gurus Shri Guru Shri Gauranga All Gurus Narayana Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jaya Mudirayet Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adyuchante Cha Madhyancha Hari Sarvatra Giyate Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate giriṁ yatkṛpāstamahaṁ bandhe śrī guru dinatārine paramānanda mādhavaṁ Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам. Give it to Maharaj. I have already one garland. No, 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 it is for you, Maharaj. Гуру Махарадж сказал, дайте Махараджу, потому что у меня уже одна есть гирлянда. Шримад Бхагаватам is fourth canto, chapter 20. Text 1, this chapter is dealing Lord Vishnu's appearance in the sacrificial arena of Maharaj Prithu. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 20, текст 1. Эта глава называется «Появление Господа Вишну на жертвенной арене Махараджи Притху». So, text 1, Maitri Uvacha. Maitri Uvacha.
Бхагаван апи Вайкунтаха Шакам Магавата Вибуху Джагьяйр Джагьяпатис Тушто Джагьябху Там Абхашата Майтрею Вача Бхагаван Апи Вайкунтаха Шакам Магавата Вибху Джагьяйр Джагьяпатис Тушто Джагьябхуктам Бхасата. It is there already? Yes. Can repeat? Майтрею Вача. Майтрею Вача. Бхагаван Апи Вайкунтха. Бхагаван Апи Вайкунтха. Сакам Магхавата Вибху. Сакам Магхавата Вибху. Джагьяй-джагьяпатиштушто Джагьябхуктам Абхашатам Джагьябхуктам Абхашатам Майтрею Вача Бхагаван Апи Вайкунтха Сакам Магхавата Джагьяй-джагьяпатиштушто Матаджи. Майтрею Вача. Бхагаван Апи Вайкунтха. Сакам Магхавата Вибху. Джагьяй-джагьяпатиштушто. Майтрея Вача. The great sage Майтрея continued to speak. Великий мудрец Майтрея продолжал говорить. Бхагаван, the supreme personality of Godhead, Вишну. Верховная личность Бога, Вишну. Апи, also. Также. Вайкунтха. The Lord of Vaikuntha. Господь Вайкунтхи. Шакам. Along with. Вместе. Магавата. King Indra. С царем Индрой. Вибху. The Lord. Господь. Джагьяй. By the sacrifices. Жертвоприношениями. Джагьяпатихи. The Lord of all yajñas. Владыка всех жертвоприношений. Туштаха. Satisfied. Удовлетворенный. Джагьябхук. The enjoyer of the yajña. Тот, кто наслаждается плодами жертвоприношений. Там. Unto King Prithu. Царю Притху. Абхашата. Said. Сказал. Тенсасан Байсила Прабхупад. The great sage Майтрея continued. My dear Vidura, being very much satisfied by the performance of 99 horse sacrifices, the supreme personality of Godhead, Lord Vishnu, appeared on this scene. Accompanying him was King Indra. Lord Vishnu then began to speak. Перевод. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, Господь Вишну, Верховная Личность Бога, довольный Махараджи Притху, который провел 99 жертвоприношений коня, появился перед ним на арене жертвоприношений. Его сопровождал царь Индра. Обращаясь к Махараджи Притху, Господь Вишну сказал такие слова. This text has no purport, so we'll go to the next text. К этому тексту нет комментариев, поэтому прочитаем следующий, второй текст. Шри Бхагавану Бача. Шри Бхагавану Бача. Эсо те акаршид. Эсо те
Vidhasi Bhangam Bhangam Haiya Haiya Medha Medha Satasya Satasya Khyamapayat Khyamapayat Atmanam Atmanam Amushya Amushya Khyantum Khyantum Arahasi Arahasi Sri Bhagavanu Vacha Sri Bhagavanu Vacha Esa Te Akarsid Bhangam Esa Te Akarsid Bhangam Haya Medha Satasya Ha Haya Medha Satasya Ha Khema payata atmanam Khema payata atmanam Amushya khantum arahasi Amushya khantum arahasi It answers on end purport by Srila Prabhupada. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead said, My dear King Prithu, Indra, the King of Heaven, has disturbed your execution of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you, therefore excuse him. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Вишну, Верховная Личность Бога, сказал, «Дорогой Махараджа Притху, Царь Небес Индра, который помешал тебе совершить сотое жертвоприношение, пришел сейчас вместе со мной, чтобы просить у тебя прощения. Поэтому, пожалуйста, будь снисходителен к нему». Purport. In this verse, the word Atmanam is very significant. It is a custom among yogis and jnanis to address one another or even an ordinary man as oneself, for a transcendentalist never accepts a living being to be the body. Since the individual self is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the self and the super self are qualitatively non-different. As the next verse will explain, the body is only a superficial covering and consequently an advanced transcendentalist will not make a distinction between oneself and another. Комментарий. Особенно важным в этом стихе является слово «атманом». У йогов и гьяни принято называть друг друга и даже обыкновенных людей душами, поскольку трансценденталист никогда не отождествляет живое существо с материальным телом. Индивидуальная душа представляет собой неотъемлемую частицу Верховной Личности Бога. Следовательно, в качественном отношении она не отлична от сверхдуши. Как сказано в следующем стихе, тело – это всего лишь внешняя оболочка души. Поэтому трансценденталист, достигший высокого уровня духовного самоосознания, не проводит различия между собой и другими живыми существами. So, here we can see that Maharaj Prithu, he did 99 horse sacrifices. Maharaja Prithu совершил 99 жертвоприношений коня. But he was to perform 100 horse sacrifices. Об этом говорится в данном стихе. Однако ему следовало совершить 100 жертвоприношений коня. But he was disturbed by the heavenly king Indra. Однако небесный царь Индра помешал этому. Why Indra was disturbing him? Почему Индра помешал ему? Because he knows if someone will be able to perform 100 horse sacrifices, then he will be eligible to become Indra. Потому что он знал, что человек, который сумеет совершить 100 жертвоприношений коня, получит право стать Индрой. And Indra was very much attached to his position. А Индра был очень привязан к своему положению. So therefore he developed so much fear in his heart. So therefore he was trying to disturb the fire sacrifices was being done by Maharaj Prithu. Поэтому в сердце у него возник сильный страх, и он решил помешать сотому жертвоприношению Махараджи Притху. But he didn't know that Maharaj Prithu, he was not having any desire to become Indra. Однако он не знал, что Махараджи Притху не было никакого желания стать Индрой. He was doing this jagya, these fire sacrifices,
For the pleasure of Lord Vishnu. Он совершал эти яги, эти огненные жертвоприношения ради удовольствия Господа Вишну. If anyone will do any types of activities or any types of yajna, fire sacrifices, it must please the Supreme Lord Vishnu. Если человек занимается какой-то деятельностью, проводит какие-то жертвоприношения, яги, это нужно делать это для удовольствия Господа Вишну. So he is yajna purusha. Он яги пуруша. All the result of the yajna should go to Lord Vishnu. Все плоды яги должны быть направляться Господу Вишну. So therefore, Maharaj Prithu actually he was doing this yajna for the pleasure of Lord Vishnu. Итак, на самом деле Махараджа Притха совершал эти яги ради удовольствия Господа Вишну. But Indra was not having any tolerance, and he was thinking that Maharaj Prithu will occupy his seat. Однако у Индры не было терпения, и он думал, что Махараджа Притху займет его положение. He will lose his position as Indra. Его место, и что он утратит свое положение Индры. Therefore, time and again he was creating disturbances to these fire sacrifices. Поэтому он снова и снова создавал препятствия этому огненному жертвоприношению. And finally, Prithu Maharaj could not do 100 fire sacrifices because in 99 fire sacrifices Lord Vishnu appeared. И в итоге Махараджа Притху не смог совершить 100 жертвоприношений, однако Господь Вишну появился после 99 жертвоприношений. And Lord Vishnu knows that this is the fault of Indra to create obstacle in completing the fire sacrifices. И Господь Вишну знал, что Индра повинен в том, что не удалось завершить все эти жертвоприношения, провести все 100. But Lord Vishnu was having compassion towards Indra, and he wanted that Maharaj Prithu should forgive him. Но у Господа Вишну было сострадание к Индре, и он хотел, чтобы Махараджа Притху простил его. If someone is trying to please the Supreme Lord Vishnu, he is considered Vaishnav. Тот, кто старается доставить удовольствие Верховному Господу Вишну, такой человек считается Вайшнавом. So Vaishnav always sees how the happiness to be given to the Supreme Lord. Вайшнав всегда заботится о том, чтобы приносить счастье Всевышнему. And Indra is committing Vaishnava offense by creating disturbances. А Индра нанес оскорбление Вайшнаву тем, что создавал эти препятствия. So he has to beg forgiveness from the Maharaj Prithu. Поэтому он должен был просить прощения у Махараджа Притху. So therefore, Bhagavan Vishnu he brought Indra with him to beg forgiveness from Maharaj Prithu. И Господь Вишну привел с собой Индру, чтобы тот молил Махараджа Притху о прощении. So Indra was really very fearful that he will lose his position. Индра действительно очень испугался потерять свое положение. So where from this fear is coming? Откуда возникает этот страх? The fear is coming from our secondary or other desires. Страх возникает из наших посторонних желаний, вторичных желаний. All the human beings should have one desire, that is to serve Krishna and make him happy. У всех людей должно быть одно желание – служить Кришне и приносить ему счастье. If there is other desires, then fear will come. Если есть другие желания, то возникает страх. So therefore he said, bhayam ditya abhinivesat. This ditya abhinives. Secondary desire, secondary interest. Поэтому говорится, bhayam ditya abhinivesat. Dvitiya, значит, вторичные, другие желания. So, other than Krishna, other than Vishnu, if we are having some other desires, so that is called ditya abhinivesa. Если у нас есть какие-то иные желания, желания не связанные с Кришной, с Вишну, это называется ditya abhinivesa. Our first business is to make Krishna or Vishnu pleased by our activities. Главное наше дело доставлять удовольствие Вишну, Кришне нашей деятельностью. Always we should have this desire. У нас всегда должно быть только такое желание. How will make the Supreme Lord very pleased? Как сделать так, чтобы Верховный Господь был очень доволен? But if we are not doing that, so we will be afraid of everything in this material world. Но если мы не делаем этого, тогда мы будем всего бояться здесь, в материальном мире. But if someone is taking shelter at the lotus feet of Krishna, then he will not have any fear. Но тот, кто укрывается под сенью лотосных стоп Кришны,
অসক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণ দ্বয় তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়। Такой человек будет свободен от страха. Your lotus feet is the place where there is no fear, no death, no lamentation. Твои лотосные стопы – это место, где нет страха, нет скорби, нет смерти. And when I took shelter at your lotus feet, I am free from all types of fear. И после того, как я укрылся под сенью твоих лотосных стоп, я свободен от любых страхов. Though Indra was following some instructions of Lord Vishnu, or he was carrying out the order of Lord Vishnu, but still he did not put his mind or heart completely at the lotus feet of Lord Vishnu. Хотя Индра следовал наставлениям Господа Вишну, исполнял распоряжения Господа Вишну, тем не менее он не поместил полностью свой ум и свое сердце у лотосных стоп Господа Вишну. Though the demigods are considered Vaishnava, but they are still not pure Vaishnava. Полубогов считают вайшнавами, однако они не чистые вайшнавы. They have other desires. У них есть посторонние желания. So therefore they are having fear. И потому у них есть и страх. So anyone is taking shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, he is fearless. А любой, кто укрылся под сенью лотосных стоп Бхагавана Кришны, бесстрашен. In this age of Kali, Bhagavan Krishna is not appearing here. В век Кали Бхагаван Кришна не является здесь. In this age of Kali, Bhagavan Krishna appeared here as name incarnation. В век Кали Бхагаван Кришна явился здесь в виде святого имени, воплотившись в виде святого имени. And if someone is taking shelter at the lotus feet of the holy name, then he will become free from all types of fear. И тот, кто укрывается под сенью лотосных стоп святого имени, избавится от любых страхов. And that is only dharma. That is the dharma. That is the duty of all the human beings to take shelter at the lotus feet of the holy name of Lord Krishna. И это дхарма, это единственная обязанность всех людей укрыться под сенью лотосных стоп святого имени Бхагавана Кришны. Bhagavan said in Bhagavad Gita, "Sarva dharman parityajya mam ekam saranam braja." Бхагаван сказал, Бхагавадгите, Сарва Дхарман Паритьяджа Мам Экам Шаранам Бража. Give up all your dharma, just surrender unto me. Отбрось все свои дхармы и просто предайся мне. And that is the last confidential instruction of Bhagavan Krishna to Arjuna. Это заключительное и сокровенное наставление Бхагавана Кришны Арджуне. We are having so many types of dharma. Body dharma, mind dharma, so many types of dharma. У нас столько разных видов дхармы. Телесная дхарма, умственная дхарма. So let us give up all the dharmas, only surrender unto the lotus feet of Krishna and serve him. Давайте отбросим все эти дхармы и просто предадимся лотосным стопам Бхагавана Кришны и будем ему служить. And Bhagavan Krishna saying, Ma Shucha, don't have fear. И Бхагаван Кришна говорит, Ma Shucha, то есть не бойся. So let us have faith on Krishna's words. Давайте же верить словам Кришны. Therefore it is said, Sadgati pradata Krishna karaha vishwas. Please put faith on Krishna. Поэтому говорится, пожалуйста, верьте в Кришну. So we should put faith on Krishna and Krishna's bhakta. Мы должны верить Кришне и бхакте Кришны. So if someone is having a dress of a Vaishnava or a bhakta, but he is still doing his sense gratification, he is not a Vaishnava bhakta. Если человек носит одежды вайшнава, одежды бхакты, но продолжает потворствовать своим чувствам, то это не бхакта. Since time immemorial, jiva is influenced by maya. Джива с незапамятных времен находится под влиянием майи. Therefore, jiva is suffering here in this material. Поэтому джива и страдает здесь в материальном мире. And this place is also Dukkhalayam Ashashvatam. И это место Dukkhalayam Ashashvatam. The suffering place. Это место, miserable place. Место страданий, место несчастья. And very temporary. И здесь все очень приходящее. This place is considered to be the Maya's Karagar, means the prison house of Maya. Это место называется Maya Karagar, то есть тюрьма Майи. Since this is the prison house, there is no happiness here. Поскольку это тюрьма, здесь нет счастья. But jiva is trying to get happiness from this material world. Но джива пытается здесь, в материальном мире, обрести счастье. Is jiva is getting happiness here in this material world? Но разве джива обретает здесь, в материальном мире, счастье? Not at all. Вовсе нет. Because the jiva has broken the principle laid down by Bhagavan Krishna.
Потому что Джива нарушила принцип, установленный Бхагаваном Кришной. And he has forgotten his own swarup. И Джива забыла собственную сварупу. Therefore, Jiva is getting punishment here in this material world. Поэтому Джива здесь, в материальном мире, подвергается наказанию. Кришна нитья прабху аро Jiva nitya daso Krishna prema nitya jiva Shobhava prakasho Krishna nitya daso jiva Taha pasoriya Maika ja Дате фире сухо несия Майка жагат хое Жива карагар Живер бай мукха досе Данда пратикар Krishna is the eternal Lord and Jiva is the eternal servitor. Кришна – Верховный Господин, а Джива – Вечный Слуга. So Krishna prema is the swabhava, the nature of the Jiva to develop love for Krishna. Свабхава, природа Дживы заключается в том, чтобы развить в себе любовь к Кришне, Кришна прему. So Jiva has forgotten that he is the Eternal servitor of Bhagavan Krishna. Жива забыла, что она вечный слуга Бхагавана Кришны. So therefore Jiva is wandering here in this material world. Поэтому Джива скитается по материальному миру. And searching pleasure here. И ищет здесь удовольствие. But this material world is a prison house of Maya. Однако материальный мир – это тюрьма Майи. So how he will get happiness here? Как здесь обрести счастье? So therefore, Jiva, he has turned his face away from the Supreme Lord. Therefore, he is getting punishment here in this material world. Jiva отвернула свое лицо от Верховного Господа, поэтому она подвергается наказанию в материальном мире. The essence is that Jiva is not getting love of Krishna here in this material world. Суть в том, что здесь, в материальном мире, Джива не обретает любовь к Кришне. Therefore, Jiva is suffering here. Поэтому Джива страдает здесь. And this place is not having any love also. И здесь и нет никакой любви. Only the perverted is perverted. The love lust is here. Здесь есть только извращенная форма любви, то есть вожделение. The love is only applied for Krishna. Слово любовь приложимы только к Кришне. One can only love Krishna. Любить можно только Кришну. He cannot love anyone else. Никого другого любить невозможно. So therefore, Jiva has forgotten how to develop loving relationship with Krishna. Therefore, he has developed attachment towards this Maya. Джива забыла о том, как развивать любовные отношения с Кришной, и потому у Дживы развилась привязанность к Майе. And Jiva has to establish his relationship with Krishna with love. И Джива должна с любовью установить свои отношения с Кришной. And that is his eternal relationship. И эти отношения вечны. So we have forgotten our relationship with Krishna. Мы забыли свои отношения so с Кришной. Therefore we are in the clutches of Maya. Поэтому мы находимся в тисках Майи. So only object of love is Bhagavan Krishna. Единственный объект любви – это Бхагаван Кришна. So when we will develop our loving relationship with Krishna, then we can get all types of bliss or pleasure. Когда разовьем свои любовные отношения с Кришной, тогда обретем все блаженство, все удовольствие. Without developing relationship with Krishna, we will not get any love here. Не развив свои отношения с Кришной, мы не получим здесь никакой любви. And we'll get all types of dukkha, all types of miseries. А будем получать всевозможные несчастья, дукху. So those who are related with Krishna with love, they are not at all disturbed or having any anxieties in any situation. Те, у кого есть любовные отношения с Кришной, не испытывают никакого беспокойства, никакой тревоги в любых ситуациях. Indra was not having this type of relationship with Krishna. У Индры не было таких отношений с Кришной. Therefore he got so much anxieties. Поэтому он был настолько охвачен тревогой. But those who are pure devotee of Krishna, they have loving relationship with Krishna, therefore they don't have any anxieties. Но у чистых преданных Кришны есть любовные отношения с Кришной, и поэтому нет никаких тревог.
Even when the devastation will take place, they will not have any anxieties. Даже когда придет конец света, у них, у преданных таких не будет никакой тревоги. I remember two times there was earthquake when my Gurudev was giving class. Я помню, как два раза происходило землетрясение во время лекции моего Гурудева. One time in Krishnamuram temple, Bhubaneswar. Один раз в Бхуванешвари, в храме Кришнабаларамы. Another one time in Bali. А другой раз на Бали. So this earthquake, Gurudev is speaking and speaking and speaking, but the devotees, they left the place, saying Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. They left the place. Началось землетрясение, Гурудев продолжал давать лекцию, а но преданные с возгласами Hari Bol все ушли оттуда. We few are sitting and listening. Только несколько человек осталось и продолжали слушать. But all they left because earthquake came. Но все ушли, потому что все остальные ушли, потому что началось землетрясение. So similarly, those who are devoted, those who are having love for Krishna, loving relationship with Krishna, they will not be fearful at all. Те, у кого есть преданность Кришне, любовь к Кришне, любовные отношения с Кришной, не будут испытывать никакого страха. We have come to this material world. This is just like a guest house. Мы пришли сюда в материальный мир, но он подобен гостинице. Just like a hotel or motel. Отель или мотель. We are here for a temporary period. Мы здесь лишь на ограниченное время. But we are developing so much attachment for this guest house or hotel. Но у нас возникает такая сильная привязанность к этому, к этой гостинице. We are thinking that we can remain here forever. Мы думаем, что мы сможем остаться здесь навсегда. So much attachment, so much attraction towards this hotel or. Мы так привязаны к этой гостинице, она нас так привлекает. Our Gurudev always says one example he gives that. Наш Гурудев всегда приводил один пример. Up train, train and down train, both are standing in platform. Двух поездов, которые идут в противоположных направлениях, но остановились на одной и той же станции. One came from up train and one came from down train. They developed some friendship. И вот один человек сходит с одного из этих поездов, другой человек сошел с другого поезда, и они подружились. For a short period, they developed so much friendship, they started embracing each other. Они за короткое время так подружились, что стали обнимать друг друга. And while they were embracing each other, that time train left. И пока они обнимали друг друга, поезда ушли с этой станции. But still they are embracing each other. А они продолжают обнимать друг друга. Similarly, we have so attached, so much attachment in this material world. We do not know that we will have to go to Krishna. We will have to serve Krishna. Подобно этому у нас такие сильные привязанности в материальном мире, что мы не знаем, что нам надо идти к Кришне. So this is just like a glue. We are having glue, sticking with glue. Это подобно клею, мы словно приклеенные. So this is not love. Это не любовь. This simply lust. А лишь вожделение. This attachment we are developing here in this material world simply based on lust. Привязанности, которые развиваются у нас в материальном мире, основаны лишь на вожделении. We are developing here five types of relationship. В этом мире у нас возникает пять видов взаимоотношений. Отношения отца и детей. Husband and wife relationship. Родителей и детей. Master and servant relationship. Отношения мужа и жены, господина и слуги. And friendly relationship. Дружеские отношения. Then my own relation is not my own. И то, что мы делим на людей на тех, кто близок к нам, и тех, кто не близок к нам. So without having any relationship with Krishna, whatever relationship we are establishing here in this material world, it is very, very temporary. Не имея никаких отношений с Кришной, какие бы отношения мы ни устанавливали здесь, в материальном мире, они очень приходящие. When the body will be perished, then relationship is gone. Когда телу придет конец, эти отношения тоже закончатся. Husband is having so much love for wife, wife is having so much love for husband. У мужа столько любви к жене, у жены столько любви к мужу. But what will be happened if one of them will die. Но что произойдет, когда кто-то из них умрет? That relationship is gone. Эти отношения закончатся. That love is gone. И эта любовь уйдет. If husband is not able to fulfill the desire of wife, wife is saying, I will divorce you.
Если муж не способен исполнить желание жены, жена говорит: я с тобой разведусь. So where is the loving relationship? И где же любовные отношения? But if we will develop our loving relationship with Krishna, it will be eternal. Но если мы разовьем любовные отношения с Кришной, то эти отношения будут вечными. Because Krishna is eternal, relationship with Krishna is eternal. Кришна вечен, потому отношения с Кришной тоже вечные. And that relationship will establish with Krishna with our atma. И эти отношения с Кришной мы будем устанавливать своей атмой. Not with body or mind. А не телом или умом. This atma's relationship with Paramatma. Это отношение между атмой и параматмой. So here Prabhupada Maharaj saying that there is difference between body and atma. И Шрила Прабхупаджи Махарадж говорит здесь, что есть разница между телом и атмой. Here it is used the word atman. И в этом стихе употреблено слово атма. Who has intelligence, who knows, he will consider as atma. Everyone is atma, is not body. Здесь говорится, что тот, у кого есть разум, то есть разумный человек, он считает всех атмой, а не телом. When one will remain in atma state, then he will have love for Krishna. И тот, кто находится в состоянии атмы, у такого человека будет любовь к Кришне. In Bhagavad Gita, Krishna asked Arjuna to kill some Kaurava groups to be killed. И в Бхагавад Гите Господь Кришна попросил Арджуну убить Кауравов, убить некоторых Кауравов. Who were to be killed? Но кого он должен был убить? Those who are not having any relationship with Krishna. Тех, у кого не было никаких отношений с Кришной. So therefore, those who have no relationship with Krishna, their life will be miserable. Те, у кого нет никаких отношений с Кришной, будут несчастными, их жизнь будет несчастной. So therefore, Mahaprabhu is saying in Sikhastakam, Ai nandatanuja kinkaram patitang mang visame bhavam budhau Kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadru sang vichintaya. It is in poetic form also it is said. Поэтому Шришташтити Махапрабху в поэтической форме говорит Айнанда тануджа кинкарам. Томар нитья даса муи Тома пасория Подиячи Бхабарнабе Maya buddha haiya Kripa kari kara more Pada dhuli sama Tomaro se baka kara Tomaro se vana I am your eternal servant. Я твой вечный слуга. But I forgot you. Однако я забыл тебя. Therefore I am drowning in this materialistic ocean. Поэтому я тону в океане материального существования. Please accept me as the speck of dust at your lotus feet. Пожалуйста, прими меня как пылинку у твоих лотосных стоп. And please engage me in your seva. И пожалуйста, займи меня севой тебе. So this is the desire of the jiva. Jiva should have this desire. Такое желание должно быть у дживы. How I can serve the Supreme Lord? Как мне служить Всевышнему? Jiva is marginal potency. Jiva это пограничная энергия. But still, Jiva is higher potency. И тем не менее, Jiva это высшая энергия. Because Jiva is the part and parcel of Bhagavan Krishna. Потому что Jiva это неотъемлемая частица Бхагавана Кришны. But now Jiva is remaining in the external potency of Bhagavan Krishna. Однако сейчас Jiva находится во внешней энергии Бхагавана Кришны. That is called Maya Shakti or Bahiranga Shakti. Которая называется Maya Shakti или Bahiranga Shakti. So when Jiva is remaining in the external potency of Bhagavan Krishna. No, he is forgetting Bhagavan Krishna. Находясь во внешней энергии Бхагавана Кришны, Джива не помнит Бхагавана Кришну. So he is developing his own desire, therefore he is coming to this Майя world. У Джива развиваются собственные желания, из-за этого она приходит в мир Майи. But as a servitor, he has to serve the Supreme Lord. Но будучи слугой, она должна служить And Верховному he has Господу. To give all pleasure to the Supreme Lord. И доставлять ему всяческое удовольствие. But Jiva is not doing that. Jiva is engaged giving pleasure to himself. Но Джива не делает это, а Джива пытается доставлять удовольствие самой себе. Jara purna nija sukha
করিয়া ভাবনা পার্শ্বস্থিতা মায়া প্রতি করিল কামনা সেই সবনিত কৃষ্ণ বহির্মুখ হইল দেবী ধামে মায়াকৃত শরীর পাইল পুণ্য পাপ কর্ম চক্রে পড়িয়া এখন স্থূল লিঙ্গ দেহ সদা করে ভ্রমণ কবু স্বর্গে উঠে কবু নিরয়ে পড়িয়া চৌরাশি লক্ষ জনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া Those who are looking for their own happiness, те, кто ищет собственного счастья, they are looking at Maya. Maya is sitting very near to us. Смотрят на Майю. Майя находится очень близко к нам. And they are developing desire how to get their own happiness. У них возникает желание обрести собственное счастье. They are coming under the clutches of Maya. И они попадают в тиски Майи. And they are forgetting Krishna. И забывают Кришну. They turn their face away from Krishna. Отворачивают свое лицо от Кришны. So when they turn their face away from Krishna. И когда они отворачивают свое лицо от Кришны, the Maya Devi is giving them a place to stay. Майя Деви дает им место, где они могут жить. This Maya Devi's dham, this is the dham, or this is the abode of Maya Devi. Это Майя Деви дхама, это обитель Майя Деви. Махамая Деви, Дурга Деви. Махамая Деви, Дурга Деви. This is called Durga Devi's place, therefore it is called Durga. Это обитель Дурга Деви, и сама эта обитель называется Дурга. So we are falling into Durga or castle. Мы попадаем в крепость Дурги. Пунья папа карма чакре, подиякон. So and here someone is coming and doing some пунья карма and папа карма, sinful activities, pious activities. Приходя сюда. Мы занимаемся пунья-кармой или папа-кармой, то есть благочестивой деятельностью или неблагочестивой деятельностью, греховной деятельностью. These pious activities also called sinful activities. Но благочестивая деятельность тоже называется греховной. Someone will say, I am doing pious activities, but it is also sinful activities. Кто-то может сказать, я благочестивой деятельностью занимаюсь. Because when one will do pious activities, he will get more enjoyment. Но однако эта деятельность тоже греховная, потому что занимаясь благочестивой деятельностью, человек получит больше наслаждений. And the sense enjoyment is sinful activities. А чувственные наслаждения греховные. So due to these sinful activities, one is getting sthula deha, linga deha. Из-за греховной деятельности человек получает стхула деху и линга деху, то есть грубое тело и тонкое тело. So when one is getting a gross body, he is undergoing 8,400,000 species of life. Тот, кто получает грубое тело, проходит через 8,400,000 форм жизни. Because jiva is bewildered. Это происходит потому, что джива пребывает jiva в заблуждении. Has no proper knowledge. Она пребывает в заблуждении, у нее нет настоящего знания. So why jiva is having this type of ignorance? Почему джива находится в таком невежестве? Because the jiva is not listening or not associating in proper sadhu or pure devotee. Потому что джива не слушает настоящего садху, чистого преданного, не общается с ним. Unless we will listen from pure devotees or bona fide sadhu, we will not have real knowledge. Если мы не будем слушать чистого преданного, настоящего садху, у нас не будет истинного знания. And when we will not have the proper knowledge, then we will think that this body is everything for us. А не имея истинного знания, мы будем думать, что тело это все для нас. And one will develop relationship with this body. И на уровне тела мы будем устанавливать отношения. We are identifying with our body only. Мы отождествляем себя лишь с телом. So Mahaprabhu said,
নাহং বিপ্র ন চ নরপতি নাপি বৈশ্য ন শূদ্র নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি ন বনস্তপতির্ভা কিন্তু প্রদ্যুন্ন ক্ষীণ পরমানন্দ পুন্নামুতাব্ধের গোপী ভর্তৃপদ কমলয়োর দাস দাসানুদাস। মহাপ্রভু сказал: I am not a brahman, I am not a kshatriya. Я не браман и не кшатрий. Nor I am a vaishya or shudra. Также я не вайшь и не шудра. Also I am not a brahmachari or grihastha. Кроме того, я и не брахмачари, и не Nor a vanaprastha or sannyasi. И не ванапрастха, и не саньяси. I am thinking I am the only one servant of the servant of servant of Bhagavan Krishna. Я считаю себя лишь слугой слуги слуги Бхагавана Кришны. And that Bhagavan Krishna, he is the maintainer of all the gopis. А Бхагаван Кришна хранитель всех гопи. So he is just like an ocean of nectar. Он подобен океану нектара. And he is the source of transcendental bliss. И он источник трансцендентного блаженства. So he is always present. He is existing with his brilliancy. И он всегда пребывает в своем великолепии. So all the material designations are meant for this body only. Все материальные обозначения относятся только к телу. Atma is not having any designation. У атмы нет никаких обозначений. So Indra was thinking he is the supreme king of the demigod planets. Индра считал себя верховным правителем планет полубогов. That is the only material designation. Однако это всего лишь материальное самоотождествление. But he is also Atma. Prithu Maharaj also an Atma. Однако Индра это Атма, и Махараджа Притху тоже Атма. Эй рупо сансар бро мите конжана садху санге нижатто অবগতন নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়ে কেনে বাব জিনু মায়া করে হায় হায়। This way, Jiva is undergoing so many samsara, so many families, so many countries, so many places, so many species of life. И так Джива проходит через множество семей, множество стран, множество мест и множество видов жизни. When the good fortune arises, then he will go for sadhu sangha. Но когда взойдет удача Дживы, тогда этот Джива устремится к саду санге. And when he will have the sadhu sangha, then he can understand who he is. А получив саду сангу, джива сможет понять, кто она такая. So he will understand atma tattva. Джива поймет атма таттву. And when he will understand this atma tattva, he will never try to come back here in this material world again. А постигнув атма таттву, джива никогда уже не будет пытаться снова прийти сюда в материальный мир. Rather he will cry, alas, why I develop so much attachment to this material world. Вместо этого Джива будет плакать: увы, зачем я развил в себе такую сильную привязанность к материальному миру? Therefore, Jiva will have all types of benefit, welfare, if he is associating with sadhu. Таким образом, Джива получит самые разные блага, если будет общаться с садху. Sadhu sanghe harinam, ei matro chai sansar jinite ar kon vastu nai. I want to go to sadhu, associate with sadhu. And I can conquer this material world. Я хочу прийти к саду, общаться к садху, и так я смогу победить материальный мир. By chanting Harinam. Воспевая Харинаму. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The sadhu, who is sadhu, who is always engaged in Krishna seva. Кто такой саду? Это тот, кто всегда занят Кришна севой. When sadhu is opening his mouth, only Krishna katha is coming out. Когда саду открывает рот, оттуда исходит только Кришна катха. So when one will associate with that type of sadhu, then he can repent that why he spent so much time in maya. Общаясь с таким саду, человек начнет раскаиваться: почему я столько времени провел в майе? That time he will say, he will cry and he say,
ами Кришна дас, аям Кришна дас, Кришна сарвитар. Плакать и говорить, ами Кришна дас, я слуга Кришны, я дас Кришны. And by giving up Krishna's lotus feet, I am suffering here in this material world. Отвергнув лотосные стопы Кришны, я страдаю здесь в материальном мире. Then that time he will pray to Krishna. И тогда он начнет молиться Кришне. Какути кория Кришне, даке ко бар крипа кори Кришна таре чарано санса мая ке пичоне раки Кришна пане чае бхожите бхожите Кришна падо падма пае Кришна таре дено нижо чит шактиро боло мая ако шона чари хайя дурболо. So when one will have sadhu association, he will cry, he will say, why I did not serve Krishna, why I did not come earlier to Krishna, what we are doing earlier. Получив возможность общаться с саду, человек начнет плакать. Почему же я раньше не служил Кришне? Почему я раньше не пришел к Кришне? Чем я занимался здесь? So he will cry and say, oh, Krishna, please, please save my life. Он будет плакать и молиться Кришне. О, Кришна, пожалуйста, спаси мою жизнь. So that time Krishna will pick him up from this material samsara. И тогда Кришна вызволит его из этой из самсары, из материального мира. He will not have any more attachment to this samsara. У такого человека больше не будет уже привязанности к этой самсаре. And he'll put Maya at his back. He will look at Krishna. И он оставит Майю позади себя, а будет смотреть на Кришну. And he'll do Krishna bhajan. И будет совершать Кришна бхаджан. So Krishna gives him some spiritual strength. И Кришна даст ему духовную силу. So when Krishna gives someone spiritual strength, he will be able to give up Maya. Тот, кому Кришна дал духовную силу, сможет отказаться от Майи. By spiritual strength, the Maya will become weak. Для того, кто обрел духовную силу, Майя станет слабой. If one will have spiritual strength, then Maya will become weak. Для того, кто обрел духовную силу, Майя становится слабой. So one will always engage in Krishna seva. И такой человек всегда будет совершать Кришна севу. And he will develop loving relationship with Krishna. И разовьет любовные отношения с Кришной. So why will he appear? И тогда чего такой человек he будет бояться? Not think about any position in this world. Он не будет думать ни о каком положении в этом мире. Because he is dasa, he is Krishna's dasa. Потому что он даса, он даса Кришны. And one can do it by chanting the holy name with the association of sadhu. И это можно осуществить, воспевая святое имя в общении с садху. So we should always associate with the devotees, sadhus, and chant the holy name in order to give up our maya. Итак, чтобы избавиться от нашей майи, мы должны всегда общаться с преданными и воспевать святое имя. Then we will be very blissful and peaceful. We don't have any fear. Тогда мы будем исполнены покоя и блаженства, и у нас не будет никаких страхов. But Indra was having so much fear. А у Индры было столько страха. That his position will go. Prithu Maharaj will occupy his seat. Что он утратит свое положение, что Махараджа Притху займет его.
Я сказал, что life, and at the same time to develop as a personality in the society, to develop as a man, as a male. In the society, when we are doing some activities, that is material activities. Та деятельность, которой мы занимаемся в обществе, это материальная деятельность. That we will do like routine duty. И мы должны просто как повседневные обязанности это исполнять. But we should not have any love or attachment for that. Однако любви или привязанности к этому у нас не должно быть. Our attachment must be for the Supreme Lord. Привязанность наша должна быть ко Всевышнему. But we can do our duty because we are different activities we are doing in this material world, we can do it, but we should not have any attachment. We should not have any strong attachment towards that. Only routine duty we are doing. Мы можем исполнять свои обязанности, свои повседневные обязанности. Мы занимаемся разной деятельностью в этом мире. Однако у нас не должно быть привязанности к этому. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Такой вопрос, что Махарадж, он сказал, что развить отношения с Кришной мы можем посредством святого имени, да? Предавшись лотосным стопам святого имени, да? Но если у нас нет ни интереса никакого, ни вкуса, да? Когда мы джапу повторяем, ум улетает у нас, как бы, да? И засыпаем, то как мы можем предаться? So для нас что значит для нас? You said that we can develop love for Krishna by surrendering unto the lotus feet of the holy of Krishna's holy name. But if we don't have any taste for chanting of the holy name, if when chanting our mind is wandering here and there, then how is it possible for us? Then? Therefore, we have been instructed by Guru that when we should chant fixing our mind at the lotus feet of Krishna in deity form or picture form or with the association of devotees so that mind will not oscillate. But and we should chant always, try to chant as much as we can in the early morning, Brahma Muhurta. Поэтому Гуру учит нас тому, чтобы, когда мы повторяем Святое Имя, чтобы мы сосредоточились на Мурте Кришны или на изображении Кришны, или мы делали это в обществе преданных, и также, что желательно делать это в ранние утренние часы. With a disturbed mind, if you chant, then we cannot get any love. Если наш ум охвачен беспокойством, и мы в таком состоянии воспеваем Святое Имя, то никакой любви мы не обретем. And also we should try to chant without committing offense. И кроме того, мы должны стараться повторять Святое Имя, не нанося ему никаких оскорблений. Then you can get some love for Krishna. Тогда мы сможем какую-то любовь к Кришне обрести. The backside Mataji said, you know. Yeah.
Харе Кришна Махарадж, спасибо, что вы приехали и даете нам свое бесценное общение. Скажите, пожалуйста, это одинаковые понятия, вот трината писа ничина и внимательное повторение святого имени? Thank you, Maharaj, for coming and for giving us your invaluable association. Could you please say whether these are the same things, to chant attentively and to follow Trinada Pisu Nichena? И технически это выглядит, когда за речью следует ум, то есть ум повторяет, и мы речево повторяем. Это и есть трината пису ничина или внимательное повторение святого имени. Вот so when technically speaking, when after verbally we chant, then also we chant in the mind, and is that actually attentive chanting, and is that meant by trinada pisu ничина? Finish? Все, закончено вопрос? Yes. Okay. If one will not become Trinadapi Sunicha, if one will not become humble, he will develop some pride. Если человек не станет Trinadapi Sunicha, если он не станет смиренным, у такого человека разовьется гордыня. If one will have pride, he will not be able to see Krishna. А тот, у кого есть гордыня, не может увидеть Кришну. He cannot understand Krishna. Не может постичь Кришну. And if someone is not tolerant, he cannot chant nicely. И если у человека нет терпения, он не сможет хорошо воспевать святое имя. And if one is not giving respect to one and all and demanding respect, then he cannot respect also the Supreme Lord. И если человек не способен оказывать всем почтение, почтение всем и каждому, и не требовать почтения к себе, то такой человек не сможет и оказывать почтение Всевышнему. Therefore, Mahaprabhu said, "Kirtaniya Sadahari, by following this qualification or qualities." И поэтому Махапрабху сказал, что развивая в себе эти качества, нужно совершать киртания садахари. So we should do kirtan, we should do chanting. By following Mahaprabhu's instruction. Таким образом, совершать киртан, воспевать святое имя, нужно следуя наставлениям Махапрабху. If you will not understand Bhagavan Krishna, how will develop loving relationship with him? Если мы не постигнем Бхагавана Кришну, как мы разовьем с ним любовные отношения? All this pride will keep us away from Bhagavan Krishna. Наша гордыня будет держать нас далеко от Бхагавана Кришны. So therefore, Krishna Das Kaviraj Goswami said, put this shulka as a necklace on your neck. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, повесьте эту шлоку как ожерелье себе на шею. So this way, by chanting, we can develop love for Krishna. Тогда, воспевая святое имя, мы сможем развить себе любовь к Кришне. Харе Кришна, вопрос из интернета. Пишет Бхактини Елена. So a question comes from a devotee, from Bhakti Elena, who is watching, hearing the class through internet. Примите мои поклоны. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как получилось так, что душа забыла свою сварупу? Какова причина этого? Говорят, что с Кришналоки уже никто не падает. Значит ли это, что мы никогда не были на Кришналоке? Can you please answer how is it possible that the soul has forgotten its svarupa? And значит ли, что мы никогда не были? Да, на Кришналоке, что предыдущее предложение. Говорят, что с Кришналоки уже никто не падает. It is said that no one falls down from Krishnaloka. So does it imply that we have never been in Krishnaloka? See, this question always giving so much anxiety, so much confusion, so. Столько беспокойств, столько смятения всегда связано с этим вопросом. We don't want to give any comments on this because already our GBC they have prepared a book for it. Я не хочу никак это комментировать, потому что GBC уже издала книгу на эту тему. One should go through that book. И пускай люди прочитают эту книгу. But thing is that
If someone will go to Krishna Loko, he will never aspire to come to this material world because he will get a nice taste there. Однако и все-таки тот, кто придет на Кришналоку, уже никогда у такой души никогда не возникнет желания прийти в материальный мир, потому что там на Кришналоке она обрела замечательный вкус. He should know his sorup means he is Krishna's das, eternal servitor of Krishna. Знать свой сорup значит понимать, что я Кришнадас, я вечный слуга Кришны. But when he is in this material world, he is being influenced by three modes of material nature. And he is thinking that he is Maya Das. Однако тот, кто находится в материальном мире, находится, подвергается влиянию трех гун материальной природы и считает себя Maya Dasом. And he is serving Maya nicely here. И такое живое существо замечательно служит Майе здесь. So when one will get association of devotees, then he will come to know his sorup, then he will try to serve Krishna and remain with Krishna. Когда живое существо получит возможность общения с преданными и поймет свою сварупу, тогда оно будет стараться общаться с преданными и to associate with devotees and, you know, and he will have loving attachment to Krishna. Тогда оно будет стараться служить Кришне, и у него возникнет любовная привязанность к Кришне. Neither Krishna can break that attachment, nor the devotee can break that attachment. И ни Кришна не сможет разорвать эти узы, ни преданный не сможет разорвать эти therefore узы. He is always with Krishna. И поэтому такой преданный всегда пребывает с Кришной. He doesn't want to come back here. И уже не хочет сюда возвращаться. Okay. Я сейчас прочитаю вопрос, он в продолжение, может быть, предыдущего вопроса, как-то немножко связан. Слышала, что женщина без мужа не может попасть на Кришналоку. Предел Вайкунха. Так ли это? So, I heard that a woman without a husband cannot attain Krishnaloka. Maximum she can attain Vaikuntha. Is it so? Why not? Why not she will attend Кришналока? А почему она не может достичь Кришналоки? So, millions gopis are serving Krishna. Why she cannot serve Krishna? Миллионы, миллиарды гопи служат Кришне. А почему эта женщина не сможет служить Кришне? She wants to go to Krishnaloka with her husband? Или она хочет с мужем пойти на Кришналоку? There is no husband-wife relationship in Krishna's dham. В Кришнадхаме, в обители Кришны нет отношений мужа и жены. Even not in Vaikuntha Lok. Даже и на Вайкунхе. So there is only lord and servitorship relationship. Там есть только отношения любви и служения. So what is that to married or unmarried or divorced or not divorced has no meaning. То есть замужние, незамужние, там женатые, неженатые или разведенные, это не имеет значения. Anyone can serve Krishna. Любой и любая могут служить Кришне. Еще про... И еще другой вопрос, но тоже в продолжение немножко этой темы. Если муж и жена преданные, насколько духовный прогресс жены зависит от серьезной практики мужа? So if the both husband and wife are devotees, how much the spiritual progress of the wife depends on the seriousness spiritual practice, the seriousness of the husband? How much if both husband and wife are devotees, how much the spiritual progress of the wife depends on the seriousness of the husband in spiritual practice? So both are devotees, both are serious. Естественно, оба преданные, значит, оба серьезные. If both are devotees, both are serious, so both should serve together to Krishna. Если они оба преданные, оба серьезные, они должны оба служить, вместе служить Кришне. So wife is Krishna Dasi and husband is Krishna Das. Значит, жена это Кришна Даси, а муж это Кришна Дас. So Krishna Das and Krishna Dasi both are serving Krishna together. И Кришна Дас и Кришна Даси вместе служат, оба вместе служат Кришне. There is no question that it depends on seriousness of husband so that wife can do nicely. И речи нет о том, что от
серьезности мужа зависит, чтобы женщина хорошо служила Кришне. When both are devotees, both should be serious. Когда, если оба преданные, то оба должны быть серьезными. Otherwise, how we can claim that we are devotees? А иначе как можно даже называть себя преданными? So we must be serious. Поэтому нужно быть серьезными. Again, a question about women: how to properly develop personal relations with the guru? How one who is in the body of a woman can properly develop personal relations with the guru? Because it seems that time is passing, but the relations are not developing. Вопрос: как правильно развить личные отношения с гуру в теле женщины? Есть ощущение, что время уходит, а отношения не развиваются. The relationship one can develop with guru with faith only. If he has faith, he has love, then he has relationship with guru. Отношения с гуру можно развить только если есть вера. Тот, у кого есть вера, есть любовь, способен развить отношения с гуру. In certain area, the women cannot come close to guru. В некоторых местах женщины не могут близко подходить к гуру. But still, they will have love for guru and they will have faith on guru. Тем не менее, у них будет любовь к гуру и вера в гуру. And there are so many types of seva guru wants that should be done for Krishna. Есть очень много видов севы, которые гуру хотел бы, чтобы они выполнялись. So if the Mataji is there engaged in seva, which guru they wants them to do, then Gurudev is pleased and they are very close to Gurudev. Если Матаджи выполняют севу, которую Гурудев хочет, чтобы они выполняли, тогда Гурудев доволен ими, и они очень близки к нему. This personal relationship means doesn't mean that the guru and shishya should stay together always. Личные отношения с гуру не означают, что гуру и шишья всегда должны находиться рядом. That is not the personal relationship. Не в этом заключаются личные взаимоотношения. The personal relationship is that what guru says we should do it. Личные взаимоотношения заключаются в том, что мы делаем то, что нам говорит гуру. Then we are pleasing Krishna and guru both. И тем самым мы угождаем и Кришне, и гуру. Хари Кришна. Из лекции было сказано, что тот человек, который одевает вайшнавские одежды, и при этом у него с практикой проблем, он не считается вайшнавом. Но я слышала такое или читала о том, что даже тот человек, который один раз сказал имя Кришны, его можно считать преданным. Так кого тогда считать преданным? So it was said in the class that one who puts on Vaishnava dress but does not practice nicely, such a person cannot be considered as a Vaishnava. But at the same time, I have heard that even if one time one chanted Krishna's name, such a person should be considered a devotee. So what is the correct understanding? Yes, one time one is chanting means one Shuddhanam. Когда говорится один раз произнести святое имя, имеется в виду произнести Шуддханам, чистое имя. He is a Vaishnav. Такой человек Вайшнав. But it is not said that he should be taken as Vaishnav with whom one can associate and get some benefit out of it. Но не говорится, что такой человек – это Вайшнав, с которым нужно общаться, и что это принесет нам какое-то благо. So we should associate with Madhyam and Uttam Vaishnava. Мы должны общаться с Мадьяма Вайшнавами и Уттама Вайшнавами. The Kanishtha Vaishnava association cannot help us. Общение с Каништа Вайшнавами не поможет нам. So when we are saying Vaishnava association or devotee association, we should think about Uttam and Madhyam. То есть, когда мы говорим об общении с Вайшнавами, общении с преданными, нужно иметь в виду Уттама и Мадхьяма Вайшнавов. Very rare Kanishtha Vaishnav can give nice association. Очень редко бывает, чтобы Каништа Вайшнав дал нам хорошее, чтобы мы от него получили возможность хорошего общения. So Mahaprabhu said if someone is chanting one Krishna name, he is Vaishnav. Mahaprabhu сказал, если человек один раз произнес имя Кришны, то его следует считать Вайшнавом. But it was not satisfying Satyaraj Khan. Однако это не удовлетворило Сатираджа Кхана. So therefore he again asked question, how can serve a Vaishnava? Поэтому он снова спросил Махапрабху, как служить Вайшнаву. So finally Mahaprabhu will say, Madhyam Vaishnava, those who are always chanting Krishna name, поэтому, в конце концов, serve him.
Махапрабху сказал, что служи Мадхьяма Вайшнаву, тому, кто всегда воспевает святое имя Still Сатирадж Кхан will not be happy. Все равно и этим еще не был удовлетворен Сатирадж Кхан. Then Mahaprabhu will say that he is Uttam Vaishnav by seeing him. We can think about Krishna. Krishna name will automatically come to our tongue. He is Uttam Vaishnava. И тогда Махапрабху сказал, что если мы видим при виде какого-то человека, если мы начинаем думать о Кришне, и имя Кришны само приходит нам на уста, это Уттама Вайшнав, и надо ему служить. You should serve him. Ты должен служить ему, такому Вайшнаву. But still Сатираджа Кхан will not be happy. И на этим не был удовлетворен Сатираджа Кхан. So finally Mahaprabhu said, Trunada Pisunichena Toroliva Saishnuna Amanina Manadana Kirtanya Sadahari, who is doing Harikirtan, being very humble, more than humble, a blade of grass, tolerant like tree, and giving respect to one and all, not demanding respect, he is the Vaishnava, serve him. Then Сатираджа Кхан will be very happy. И в конце концов Махапрабху сказал, Тринада Писуничена, Тарараписа Хишнуна, Манина Манадена, Киртани Садахари, тот, кто в смирении травинки, кто терпеливее дерева, кто оказывает всем почтение, не ждет никаких почестей себе, это Вайшнав, и ему служи. И тогда Сатираджа Кхан этим ответом остался очень доволен. Тоже из лекции. Какое было сказано про благочестивую и благоприятную деятельность, что она является греховной? Как тогда заниматься благоприятной, благочестивой деятельностью, служением, чтобы она не была греховной и не привязываться к результату? So you mentioned that pious activities are also sinful. Then how can we perform any pious activities or auspicious activities and devotional service так, чтобы она не была? In such a way that these activities will not be sinful and that we shall not become attached to their fruits. Why one who is doing pious activities? Зачем человек занимается благочестивой деятельностью? In this life and next life he will get all happiness. Ради того, чтобы в этой жизни или в следующей жизни обрести полное счастье. What is that happiness is? А что это за счастье? He will get more sense enjoyment. Он получит больше чувственных наслаждений. And that sense enjoyment is sinful activities. И вот это чувственное наслаждение и есть греховная деятельность. But devotional service is different. Но преданное служение отличается от этого. In devotional service, whatever we are doing for the pleasure of Krishna. В преданном служении, что бы мы ни делали, мы делаем это ради удовольствия, только ради удовольствия Кришны. That will not be considered as pious activities. Это не считается благочестивой деятельностью. So if we are engaged in devotional activities, then we are not committing any sinful activities. И если мы заняты преданным служением, мы никакой греховной деятельностью, не совершаем. If you are doing sinful activities, that is also sinful. We are doing pious activity, that is also sinful because later on we will go for more enjoyment. Греховная деятельность греховна, и благочестивая деятельность тоже греховна, потому что вследствие ее мы будем услаждать свои чувства. Кхине пунне марте локам бисанти. When that pious activities result will be zero, then one will fall down to again this material world. Когда запас благочестивой деятельности полностью исчерпается, живое существо снова упадет сюда, в этот мир. Again he will suffer here. И опять будет страдать. But if someone is rendering devotional activities for the pleasure of the Supreme Lord, then he will never fall down here again. Но если человек занимается преданным служением ради удовольствия Верховного Господа, такой человек никогда уже не упадет снова в материальный мир. Сейчас здесь вопрос записочки. Как совместить Хари Кришна, как совместить нашу профессиональную деятельность со служением Кришне, чтобы не уйти в Майю? Спасибо. Хари Кришна, how to dovetail our professional activities or how to conduct our professional activities along with Krishna service in such a way that one will not get into Maya? Thank you. When we are rendering professional activities, we should think that we are doing it for the pleasure of Krishna only. Занимаясь нашей профессиональной деятельностью, мы должны думать, что мы делаем это исключительно ради удовольствия Кришне. The result of these professional activities will go to Krishna. Плоды этой профессиональной деятельности будут направляться к Кришне. Then he will not be in Maya. Тогда человек не будет в Майе.
Кришна Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой про Индру. Джива, воплотившаяся в теле Индры, она прогрессировала или регрессировала, или шла вниз? По какой? Thank you very much for the class. The question is regarding Indra. Did the jiva, which took the accepted the body of Indra, make progress or it was degrading? For which degrading? Progressing, degrading, why? Yeah, she's asking whether the jiva was progressing or degrading, who became Indra. After becoming Indra? Yeah. The jiva is just carry out the order of Krishna, the Supreme Lord, as Indra. Нет, джива, получившая тело Индры, она в этом качестве просто исполняет распоряжение Кришны. But even when such a jiva commits offense to someone. Yes, therefore Lord Vishnu came and just made it nicely settled so that. Ну, поэтому пришел Господь Вишну, чтобы, так сказать, разрешить эту проблему и чтобы не осталось никаких оскорблений. Да. Махарадж, скажите, пожалуйста, вы сказали, что один раз произнесенное чистое святое имя является признаком того, что человек преданный. Какой признак того, что удалось чисто произнести святое имя? So, Guru Maharaj, you said that even once chanting the pure name is a symptom of a devotee. A Vaishnava. But what is the symptom of chanting the pure name? How one can understand that one has chanted the pure name? For a moment he can see Lord Krishna's form. By chanting pure name, at least one time one is chanting pure name, for a very short period, very little moment, he can have the form of Bhagavan Krishna. Признаком того, что человек хотя бы один раз чисто произнес имя Кришны, является то, что такой человек на краткий миг увидит форму Кришны, увидит Кришну. Вопрос, может ли инициирующим гуру быть Каништа-адхикари? So, can a Каништа-адхикари be an initiated guru? Yeah, Prabhupada Maharaj said Каништа-адхикари can become guru. Да, Шрила Прабхупада Махарадж сказал, что Каништа-адхикари может стать гуру. Because he will just make relationship with Krishna. Он просто будет устанавливать отношения с Кришной. But to teach bhakti, the Kanishta Adhikari should allow his devotees, his disciples, to go to Madhyama Ruttam. Но чтобы его преданные, бхакты, последователи такого гуру могли научиться бхакти, он должен позволить им, he should allow them to go to Madhyam. Madhyama Ruttam. Он должен разрешить им идти за... Finally, Uttam Adhikari can teach us nice bhakti. Идти за наставлениями к Madhyam Adhikari или к Uttam Adhikari, к такому гуру. В конечном счете нужно идти к гуру, являющемуся Uttam Adhikari. So, Kanishta Adhikari should not have any envy towards this. И у Kanishta Adhikari не должно быть никакой зависти в таком случае. He should happily send his devotees to get more information. Он с радостью должен направлять своих последователей к другому гуру, чтобы они могли получить необходимые сведения от него. Another one. Yeah, I have many. Many. Вот какие вопросы следует задавать садху, чтобы прогрессировать? What type of questions one should put to a sadhu in order to make progress? The question must be about how he can develop his relationship with Krishna. Вопросы должны быть о том, как развить свои отношения с Кришной. Then he can spiritually progress. Тогда человек сможет духовно прогрессировать. How important for those who are family people to
is it to worship deities at home? And is there any difference if one is neglectfully worshiping deities at home and or neglectfully worshiping deities in a temple? Is there any difference between which kind of reactions one will get for that? One should not worship deity with negligence. Значит, да, насколько важно семейным людям поклоняться домашним божествам, и есть ли разница в том, какие реакции приносит небрежное поклонение божествам дома и в храме? In home or deities in temple, they are the supreme lord. Человек не должен небрежно допускать небрежность в поклонении божествам. Божества в храме, божества дома – это Верховный Господь. They are not mere idol. А не какой-то идол. So we are not doing idol worship. И мы не занимаемся идолопоклонством. We are worshiping the Supreme Lord. Мы поклоняемся Верховному Господу. So how can we neglect worshiping the Supreme Lord? Как же мы можем допускать небрежность в поклонении Всевышнему? A household devotee, if he is unable to come to temple, so he must have deities in his house and worship, but by the instruction of only guru. Если у семейных людей нет возможности посещать храм, там поклоняться божествам, они могут поклоняться божествам у себя дома, но только в соответствии с наставлениями гуру. When guru will say yes, you do worship, then you should do. Если гуру скажет да, поклоняйтесь божествам, тогда грехасти могут это делать. You should have deities in your home. Тогда у вас должны быть божества дома. If guru is not allowing, so we should not keep deities in our home. Но если гуру не разрешает нам этого, мы не должны дома держать божеств. Should be serious in worshiping deities. То есть нужно быть серьезными в поклонении божествам. Продолжение этого. Если вайшнав делает что-то неправильно, поклонился не с той стороны, стал не с той стороны, является ли это оскорблением? Если он не знал, он не намеренно это сделал. If unintentionally, without knowledge, a Vaishnava did something wrong, means he stood from the wrong side or he paid obeisances from the wrong side, is that considered to be an offense? Yeah, if he does not know, without knowing something he has done, then Krishna will forgive him. Если он неумышленно это сделал, просто потому что он не знал, то Кришна простит его. But when he will be able to know that he has committed offense, he should beg forgiveness to Krishna again. Однако, узнав о том, что он нанес оскорбление, такой человек должен молить Кришну простить его. Можно? Да, давай. Как можно хорошо повторять святое имя? How should one nicely chant the holy name? Just look at the deity form of Bhagavan Krishna or Gaurinitya or Jagannath, or look at the picture, then chant, your chanting will be nice. Просто смотри на Бхагавана Кришну или Горнитай или Джаганатху в образе божества или на их изображение и повторяй святое имя. Тогда будешь хорошо повторять. А если нету божественных деятелей? And what if there are no deities anywhere near? Hold a picture. Держи изображение их. Еще вопрос на ту же тему. Если образовалась длительная привычка невнимательно повторять святое имя, как вырваться из этого состояния и не возвращаться к такому повторению? So if for a long time one has developed a habit to chant the holy name inattentively, how to get out of this condition and never return to such kind of chanting? So therefore it is suggested that one should chant in the Brahma Muhurta very early morning. Поэтому и рекомендуется повторять святое имя в Брахма Мухурту очень рано утром. There is no other sound vibrations are there which will disturb our mind. Никаких других звуков в это время нет, которые могли бы потревожить наш ум. Or we can chant late night.
Или можно повторять поздно вечером. But late night chanting will not make us unable to come to Mangalarti or attend Mangalarti. Но если будем очень поздно вечером, уже там ночью повторять святое имя, то это не позволит нам прийти на Мангаларти. Therefore, we should get up early and we can finish as much as round we can in the Brahma Muhurta. Поэтому мы должны рано вставать и стараться как можно больше мантру прочитать во время Брахма-мухурты. The chanting will be attentive chanting. И тогда наше воспевание будет внимательным. And if mind is oscillating, we said that one should chant in front of deities or in front of picture. А если ум блуждает, то тогда рекомендуется перед божествами или перед изображением Господа повторять святое имя. With the association of devotees. Находясь в обществе преданных. Хари Кришна, в продолжение вопроса о божествах дома. Если в квартире живут преданные последователи разных наставников по парампаре от Шрилы Прабхупады, и один из них держит божества дома, а как быть другим? То есть нужно ли как-то посоветоваться со своим духовным учителем, как поклоняться или... Regarding deity worship, if in one flat disciples of different disciples or followers of different gurus are staying, and one of them has deities, then what should the others do? Should they take instruction or advice from their own guru regarding deity worship? Yeah, if the one who is having deity, if he can allow the others to come there, they can go and they can join. Если тот, у кого есть божества, он разрешает другим тоже приходить, участвовать в поклонении, то они могут это делать. For that they should ask their guru. Но для этого они должны об этом они должны спросить своего гуру. So. Мадьяматикари — это тот, кто повторяет шудханам, или тот, кто повторяет нам абхас. А тот, кто повторяет шрадханам абхас, это каништха. So, мадьяматикари is that one who chants шудханам or one who chants намабхас. And whether one who chants шрадханам абхас, is he a каништха? There is no question of namabhas with this is kanishtha or madhyam or uttama. It doesn't relate to this. Namabhas. Shudhanam, namabhas, this doesn't relate to this. Shudhanam или namabhas, эти понятия не соответствуют этим категориям. No doubt the uttama adhikari, they will chant the pure name. Не будут соответствовать этим категориям, конечно, не связаны с ними, конечно, мадьям или уттама. Несомненно, уттама адхикари воспевает чистое святое имя. Мадьям адхикари also should chant pure name. Но мадьям адхикари тоже должен воспевать чистое But святое имя. But kanishtha adhikari may not be able to chant pure name always. Но kanishtha адхикари не сможет всегда повторять чистое святое имя. So kanishtha adhikari he is kanishtha because he has no love for the Krishna bhaktas. Каништха Атикари, он каништха, потому что у него нет любви к Кришна-бхактам. He doesn't know sastra, sastric injunctions. И он не знает шастры, не знает предписания шастры. But he has love for deity and he does deity worship nicely. Но он любит божеств и он хорошо поклоняется божествам. Мадхьяма Атикари, he knows sastra, he has so much strong faith in sastra. Мадхьяма Атикари знает шастры и у него есть сильная вера в шастры. But he cannot put the conclusion of shastra. Но он не может делать выводы из шастры. He is not very expert in that drawing conclusion of shastra. Он не умеет хорошо делать выводы на основе шастр. But Uttama Adhikari is very expert in giving conclusion of shastra. А Uttama Adhikari очень хорошо умеет делать выводы на основе шастр, выводы из шастр. So the difference is kanishtha, madhyama, uttama. These are the differences. То есть таковы различия между каништами, мадьяма и уттама. How to get rid of lust? Как избавиться от вожделения?
Listen Bhagavatam regularly. Регулярно слушать Бхагаватам. Then one can get rid of lust. Тогда человек сможет избавиться от вожделения. Микрофон передайте, пожалуйста. Можно вопрос? А перед этим было сказано, что если, конечно, Адхикари гуру принимает учеников, то он должен не испытывать никаких чувств, если они идут к другому. А вообще, конечно, Адхикари может не испытывать какой-то зависти. Это, в принципе, для него возможно? So you mentioned that if a Kanishtha Adhikari is accepting disciples, then he should not have any bad feelings if the disciples go to for instruction to another guru. But is it at all possible for a Kanishtha not to have any such bad feelings? It depends on him, but it does not help to the devotees. Devotees should not think all these things. It depends on this guru, not the disciples. You know, is it possible for him not to be envious, not to have a bad feeling? It may be possible that he will not have any envy. No. It may be possible he will not have any enviousness. It may be possible he will have enviousness. Может быть, у него и не будет никакой зависти, а может, у него и будет какая-то зависть. He said it so the devotees should not think about this, no? He said. Devotees should pray to Krishna. То есть, но преданные не должны думать об этом всем, они должны молиться Кришне. So he will get right direction. Чтобы вы получили должное руководство. Является ли оскорблением повторять святое имя на малой джапе, электронном счетчике или на пальцах, или просто в уме, или лучше всего это обычные вот четки, которые большие? So, is it offensive to chant the holy name on a small japa mala, or on a counter, or on the fingers, or only mentally? Or, so, whether that is offensive, and whether best is to just on a big japa mala to chant the holy name? Big or small japamala has no difference. Нет разницы. Большая джапамала, маленькая джапамала. There should be 108 beads. Но 108 бусин должно быть. So one can have small and one can have big. But this counter is not nice. This. Счетчик это нехорошо. 108 бусин должно быть, да, вот, но счетчик это нехорошо. Guru always says, chant this Hare Krishna Mahamantra 16 rounds with the beat I am giving you. Guru всегда говорит, что повторяйте 16 кругов Махамантры на отчетках, которые я тебе даю. He never said that you chant with your counter. Он никогда не говорит, повторяй на счетчике, со счетчиком. Спасибо большое. Слышал от одного преданного, что пост на Экадыши дает решимости следовать духовной практике. Как вообще обрести эту решимость, если сложно следовать принципам духовной практики и обетам, которые дал духовному учителю? So I heard from one devotee that if one fasts on Ekadashi, it will give one determination to follow one's spiritual practice. And how to develop this determination if it is difficult for one to follow the principles of the spiritual practice and to follow the vows which one gave to the spiritual master? Difficult. If it is difficult, yes, to follow the principles of devotional practice and the vows, to observe the vows which one gave to the spiritual master, how to develop determination for this, and whether fasting on Ekadashi can help with this. Ekadashi will help to make one purified because he is fasting from the grains and which is having all the sins inside. Экадыши помогут человеку очиститься, потому что в эти дни человек не употребляет зерновые и бобовые, в которых входит грех. The fasting will help one to concentrate his mind. Пост поможет человеку сосредоточить ум. But if someone is not able to
follow the vows he has taken before Guru, then he must pray to Guru. Но если человек не способен следовать обетам, которые он дал Гуру, тогда он должен молиться Гуру. And he should pray for more mercy from Guru so that he can keep up the vows. И он должен молиться о том, чтобы Гуру больше милости пролил на него, и чтобы таким образом этот человек смог следовать своим обетам. To break the vow is not nice. Нарушать обеты — это нехорошо. Пишет все та же Бхактини Елена. Она хотела бы уточнить, о какой книге вы говорили? О том, что не впадают с Кришналоки и там, о сварупе своей. So the same Bhaktini Elena is writing, asking which books you meant, which book you meant, where it is mentioned regarding this falling, not falling from Vaikuntha. You said the GBC published one book. Origin of Jiva. That is the book, I think. Our original position. Yeah, okay. Okay, actually both are there. Anyway. Значит, одна книга — это истоки или происхождение Джива. Origin. В общем, это источник Джива, да. Но до этого была книга издана наша... Вообще, GBC издала книгу, да, наше изначальное положение. Yeah, the GBC's book is our original position. Yeah. Но насколько верно эта книга описывает? Но правда ли то, что написано в этой книге? Правильно ли она описывает, откуда пришла, объясняет, откуда пришла джива? Прабхупада Махарадж said, accept what GBC is deciding. Прабхупада Махарадж сказал, принимайте то, что решил GBC. So we'll have to accept what GBC body is deciding. Мы должны принимать то, что решает руководящий совет и решает GBC. There should not be any argument about it. И не следует спорить с этим. Thank you very much. Спасибо большое.